Всем здравствуйте и добро пожаловать на канал. Сегодня я начинаю проект комплекта. Я буду вязать снуд и шапочку из пряжи Baby Softy. И для этого купили 5 моточков. Вот 3 мотка вот такого цвета, как бы сиреневый, что ли, его назвать можно, и 2 мотка меланжированная вроде она. Вот. Ну, что я сделала? Итак, я попыталась связать, начала в 2 нити сиреневой пряжей, затем вот один ряд прошла перемешку, один сиреневой пряжи, другой вот меланжированный. Следующий ряд был 2 нити меланжированной пряжи, затем переход вновь одна такая и одна такая. И вновь перешла на сиреневую пряжу. Не знаю, насколько у меня получится. Ну, как бы вот мне заказали такой комплект после того, как увидели у меня у дочери комплект. И так как вот пряжа очень приятная, очень нежная, такая вот прямо вот по тактильным ощущениям, ну вот у меня знакомая захотела себе такой комплект приобрести. Ну и сейчас я буду начинать вязать этот комплект. В следующем ролике, надеюсь, вам покажу готовую работу. Вязать, ну вот попробовала крючком номер 5. Вроде бы нормально, вроде нравится, но посмотрю еще, либо пятерка, либо шестерочка будет. И переходы тоже буду смотреть от сиреневого вот к такому, к пестренькому, потом вновь к сиреневому. И вот пару полосочек вот таких мы как бы договорились сделать. То есть 2 перехода в шапочке где-то будет и заканчиваться будет сиреневым цветом. Ну, на этом я заканчиваю свое сегодняшнее такое миниатюрное короткое видео. И до новой встречи. Встретимся с вами, когда комплект будет завершен.